Дорогие друзья, многие уже забыли известного советского российского киноактера Сергея Баталова. Напишите любой комментарий, друзья, нам очень приятно читать комментарии, которые вы пишете для нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы каждое утро получать уведомления о свежих новостях. В последнее время известный советский российский киноактер Сергей Баталов не снимается в фильмах. Он отказался от съемок уже более чем в 25 фильмах и сериалах. Что же происходит в жизни известного российского и советского киноактера Сергея Баталова, пытались узнать наши источники и шоу-бизнеса. Оказывается, в последнее время актер серьезно болеет, он проживает в Подмосковье у себя в загородном доме. С прессой он не желает общаться, поэтому узнать что-либо пока не предоставляется возможным. Очень переживаем за известного российского киноактера, ведь для нас он настоящая легенда. Дорогие друзья, мы не будем на этом останавливаться, продолжим свою работу, поэтому в следующем выпуске на нашем канале предоставим вам более подробную информацию о том, как поживает наш любимый актер.